Итак, первое видео из ночного Ясы. 4 августа 2023 года. Мы сейчас вот вышли на ночную прогулку и дошли до парка, который я бы назвал парком поэтов. Тут много разных памятников румынским поэтам 19 и 20 столетия. Ну и даже 21-го, которые дожили до наших дней. Очень такой мощный парк. Такой вот с большими деревьями. Ну такой типичный европейский парк. С фонтанчиками, которые уже сейчас выключили. С такой очень мягкой травой зеленой. Вот с такими вот деревьями. И вот, конечно же, есть небольшие и маленькие такие вот прудики искусственные. А скамейки здесь, очень много скамеек, абсолютно необычные. На скамейках написаны стихотворения, высечены стихотворения разных поэтов. И есть даже вот фотография поэта и его, видно, самые знаменитые стихотворения. Вот, но самую главную часть парка мы уже прошли. Там было прямо сконцентрировано очень большое количество скульптур, может, ну, памятников 6 различным поэтам, причем в самых разных столетиях, то есть, ну, 19 века, и рядом с ним там поэт 20-21 века, который, например, умер, скончался, может, только в 2009 году, где-то так вот. Вот такие вот вековые деревья. Что еще хочу отметить, здесь очень тихо, спокойно, много молодежи, но никакого шума нету. Мусора практически нет, мусор практически отсутствует. Очень тихо, очень такая приятная атмосфера. Пасторали, спокойствие, умиротворение. Прямо удивлен. Вот так вот выглядит ночной Ясы. Или выглядят ночные Ясы. Вообще-то у этого парка, я не знаю название, официальное название этого парка. Может быть, какое-то оно, конечно, и есть. Но я бы назвал его парком поэтов, потому что здесь очень много памятников разным поэтам. И их вот такие вот, куча таких скамеек. Вот я, пожалуй, думаю, что это единственная бутылка, которую я встретил в этом парке, которая не в мусорном баке. А так, все очень чисто, ни одной мусорники я здесь не видел. Трава просто идеально подстрижена. Все просто великолепно здесь. Рядом центральный проспект, по которому ходят много трамваев. Можно сесть и уехать как бы в самый центр. Не то, что мы особо далеко от центра, но где-то на километра полтора уже отошли как бы от такого исторического центра. Хотя на этом вот бульваре расположен университет, разные там военные академии, больницы, еще много всего чего. Ну вот так вот выглядит этот вот парк. Сейчас чуть пройду вперед, еще может покажу несколько памятников поэтам. Значит, мы уже отошли, а там было прямо много их. Вот уже темно. Ладно, такие вот виды. В общем, если подытожить, был очень приятно удивлен чистотой в этом парке. Когда вернемся в отель, обязательно посмотрю, как этот парк называется. И обязательно порекомендую его всем, кто будет в городе Яса. Потому что посещение этого парка того заслуживает однозначно. Ну, вот, пожалуй, и все.